Следующие позиции, на которых бы мне хотелось остановиться, непосредственно в линейке Dermalogica, линейка MediBag Clearing, то есть это вот эти вот баночки. Создатели Dermalogica достаточно ясно говорят, что их задача не в том, чтобы сделать максимально привлекательную для вас баночку, а в том, чтобы сделать максимально качественное содержимое этой баночки. Поэтому, несмотря на простой, достаточно лаконичный дизайн, который мне, кстати, очень нравится, состав средств Dermalogica, он потрясающий, он уникальный, он основан на многолетних исследованиях, и эти продукты, которые действительно работают. Это позиция Oil Control Lotion. Да, вот так вот откручивается. Здесь вот такая вот дозатор, собственно, который мы можем... Вот он вот так выглядит в виде такого полупрозрачного, собственно, лосьона, который наносится на кожу для того, чтобы контролировать выработку себума, для того, чтобы очищать ваши поры, для того, чтобы увлажнять и для того, чтобы матировать. Он подсушивающий. Я для каждодневного использования его использую очень-очень редко. Как правило, в период, когда у меня происходят какие-то гормональные всплески, и моя кожа становится чуть более чувствительной и дает более активную выработку себума, тогда, да, я перехожу на использование Oil Control Lotion раз в день и наношу его под мое дневное увлажнение. Еще одна позиция, которая мне очень нравится, я их, как правило, покупаю вместе, Oil Control Lotion, вот, который я вам уже показала, и вторая, она точно в такой же баночке, называется Overnight Clearing Gel, в котором очень хороший состав, в котором есть салициловая кислота, в котором есть немножечко молочной кислоты, которую очень хорошо наносить на ночь, если у вас появились какие-либо воспаления. Еще одна баночка, которую я недавно попробовала от Dermalogica, это вот такой вот малыш Special Clearing Booster. Тоже в линейке MediBag Clearing. Он также откручивается и выдавливается такая более густая белая субстанция. А в Dermalogica вообще достаточно большое количество различных бустеров. Я честно скажу, что не пробовала еще большинство из них. Вот этот вот первый, который я решила попробовать, и он мне действительно очень понравился. Он наносится на зону воспаления раз в 6-7 часов по мере надобности, подсушивает ее, убирает это воспаление, помогает очищать проблемную зону. Следующая позиция в Dermalogica, о которой бы мне хотелось рассказать, которую я попробовала, она вот в таком вот малыше. Этот малыш называется Multi Active Toner. Он 30 мл объем. А что я могу сказать об этом тонике? Он действительно неплохой. Он мне понравился, но для ежедневного использования этого малыша я использую в поездках и в самолете, когда мне удобно, но непосредственно для каждодневного тонизирования моего лица я использую другой тоник, и о нем я расскажу в одном из следующих своих видео с удовольствием. Что еще по Dermalogica, что мне очень нравится, это вот такая вот вещь. Она называется Clearing Mattifier. Это полноразмерный продукт, он 40 мл. Вот так вот выглядит, вот так вот открывается и выдавливается в виде такой вот прозрачной штуки. Интересно. Достаточно густой, на все лицо достаточно объема, наверное, в виде горошины. И, собственно, он пальчиками массируется в те зоны, где у вас расширенные поры, для того, чтобы или какие-то неровности, для того, чтобы сгладить эти неровности и убрать визуально все ваши расширенные поры. У него очень хороший состав. Здесь мы видим и салициловую кислоту, и цинк. Он не на водной основе. Очищает, уменьшает активность выработки себума, в то время как салициловая кислота помогает ваши поры очищать и борется с их активным воспалением. Также у меня вот этот вот полноразмерный продукт есть вот в такой вот более маленькой версии, версии из дорожного набора, которая 15 мл, которая у меня еще полная, потому что у меня есть полноразмерный, и, как правило, каждый день я пользуюсь вот непосредственно им. Он наносится под ваше увлажнение. Я иногда его наношу поверх увлажнения и использую его для сужения пор перед тем, как я начинаю делать макияж. А вот еще у меня осталась
Dermalogica Total Eye Care. У него SPF 15, и он такой чуть розовенький. Честно могу сказать, я данным продуктом несколько раз пользовалась, но я не до конца его поняла. Может быть, надо его попробовать еще раз распробовать, потому что, попользовавшись несколько раз, я его отложила и перешла на другие позиции по уходу за глазами. Также из набора у меня есть вот такой вот Concealing Spot Treatment Malish. Это не полноразмерное, это именно вариант из набора. Собственно, лечение, подсушивающий препарат. Вот. Он такой вот, он окрашенный, то есть вы видите, он подстраивается под цвет вашего тонального средства, то есть он перекрывает воспаление, и он маскирует его, и лечит одновременно, подсушивает, и не дает этому воспалению развиваться. Также, то, что касается косметики Dermalogica, есть несколько позиций, которых, к сожалению, у меня сейчас нет в наличии, но которые мне очень нравятся и которые я в ближайшее время собираюсь обязательно дозаказать. Это Sebum Clearing Mask обязательно. А следующая позиция – это Active Moist. Он в такой же тубе, как и Gentle Cream Exfoliant находится. Чуть другая, но примерно очень близкая к этой тубе. 50 мл объем. Это увлажнитель, это базовый увлажнитель. Я считаю, что Active Moist – это замечательный базовый увлажнитель для всех типов кожи. Для моей жирной кожи непосредственно он мне очень нравится. Он не закупоривает кожу, он не жирнит ее. Да, он не матирует, но и не жирнит. Он просто дает базовое, очень хорошее качественное увлажнение. И также я его использую для того, чтобы добавлять в него различные сыворотки, различные порошковые концентраты, для того, чтобы получать тот продукт, который мне нужен. Вот Active Moist – это замечательный, опять же повторюсь, базовый увлажнитель на лето и на зиму. Я его использовала в разные сезоны, и он мне очень-очень-очень нравится. Еще в Dermalogica, я знаю, очень неплохая солнцезащитная линейка. У них есть замечательный увлажнитель с SPF, именно для жирной и комбинированной кожи, который матирует и контролирует выработку себума, который тоже я собираюсь в преддверии сейчас лета заказать. И, собственно, обязательно вам подробнее о нем расскажу, как только эти позиции у меня появятся. Я вам их покажу и о них расскажу, остановлюсь на каждом из них чуть более подробно.